Я покинул Константинополь и направился вглубь Каппадокии, где Мануил тренирует своих солдат. Если мне повезет, я буду не один, и мне помогут атаманские шпионы. Но в любом случае, я рассчитываю только на себя. Я часто думаю о Софии, моей дорогой Софии. Клаудия, знала бы ты, что сейчас творится у меня в голове. Я никогда не думал, что так привяжусь к ней. После смерти Кристины во мне словно что-то высохло. Но потом способность любить и чувствовать ожила во мне снова. Я просто обожаю Софию. Но я не смею втягивать ее в свою жизнь. Я боюсь, что это станет для нее ударом или оттолкнет от меня. Тайной город. Преследуя Мануила Палеолога, Эцио оказался в регионе, известном как Каппадокия. Найдите пропавших атаманских шпионов и вместе с ними отыщите тамплиеров. Для полной синхронизации нас не должны обнаружить. Ну попробуем. Так, Эцио у нас вообще как-то приоделся, прям прикольно. В книжных лавках разблокированы. В мастерских, кузницах тоже. Лавка, портные доступны новые предметы. Всего много. Мы в Каппадокии. Офигеть. Это там, где дома в пещерах выдолблены. Ну погнали. Стоп. Оу. Оу. Хорошо. 41 из 100. Мало. Ой, да ладно, что тут? Да, здесь ничего. Да ладно, тут не дома в пещерах выдолблены. Здесь сам город в пещеру. Безумие! Что он делает? Так, аккуратненько. А, нам туда. Здесь бомбы можно скрафтить, но у нас вроде все есть. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что... Слушайте, а туда что-то можно залезть? Нам случаем не туда? Ой. Да, нам случаем туда. Да. Погнали. Стоп, а что здесь за карта такая? Подождите, это что? А, ну это да. Это... Так, синхронизации точки нет. Назад. Назад. Так, а как туда забраться? У меня вопрос.
Ага, здесь. И понеслось. Тут прям пытались, наверное, тоже еще одно что-то выдалбливать, но не выдолбили. А может, начали выдалбливать. Хотя тут давно уже что-то, наверное, не долбили тут. Лестница обрушилась. Точнее, мост подвесной. А, туда можно? Ну, давайте сгоняем, просто интересно. Ну, ёперный тебя... Я это заберу. Стоп. Мало сейчас тут. Мало здесь будем. А это куда? Это что? А, это просто вниз и все, да? Нет. Погнали обратно. А, куда это тянется? Это наверх? А. Все, возвращаемся. Ну блин, это круто. Смотрите, вообще место какое. Город в пещере прям находится. Да. Я думаю, тут будет много всего. Смотрите, там что-то есть. Вход какой-то. Я хочу это все исследовать. Я думал, сейчас упаду. А, точка синхронизации. Это метка для того, чтобы синхронизировать все. И узнать, что здесь, да как. Ух ты, там целый форт какой-то. Карта обновлена. Так, нам туда. Но что здесь есть? Там интересно, мне интересно везде полазить. Ладно, пойдемте по заданию. Я надеюсь, нам дадут здесь полазить. Банк есть? Он рискует не только своей жизнью. Господи Иисусе, зачем? Не знаю. Я что тут есть? Что, деньги можно забрать? Слушайте, а здесь это наш банк. Ну, филиал, что ли, открыл? В другой раз. Филиал открыл, наверное, яйцо. Ладно. Так. Диляра. Открыть базу данных. Кто такая Диляра? Диляру, турчанку, родившуюся в гареме Топкапии, с рождения учили прославлять султана и его семью, а также не желать ничего большего, кроме как хорошего мужа и высокого положения в жизни. Такой набор ограничений ее не устраивал, и она быстро снискала славу невоспитанной и дерзкой девушки. Это положение ее устраивало, ровно как и янычара по имени Тарик Барлетти, который восхищался ее смелостью. Тарик так увлекся Дилярой, что устроил ее на место посланника янычар. Частично из доброты, частично из надежды на ее благосклонность. Но этой благосклонности ему было не суждено добиться, и это стало источником глубокой печали для Тарика в последние годы его жизни. Нам надо найти Диляру. Это явно не Диляра. Офигеть. А ну отвали, свинья.
Тише. Я Тарика. Только ты? И все? Меня хватит. Где твои люди? Неделю назад их схватили византийцы. Я была одета рабыней и смогла ускользнуть. А остальные... Ты драться умеешь? Думаю, что да. Когда будешь уверен, отыщи меня. Какая дерзкая. Ну что, отыщем ее? Нас не обнаружили. Да, место своеобразное. Интересное. Так, есть. А что, открыть можно? Открыть можно. А, нет, это там все открыто. Там кузня. Что-то я как-то опрометчиво пошел по низу. Давайте наверх. Потому что, блин, что-то как-то долго. По закоулкам этим гонять. Нет, здесь нормально. Все, прибыли на место. Офигеть. Вы представляете? Мы недавно поймали еще одного султанского шпиона. На этот раз женщину, переодетую дешевой шлюхой. Что, к нам уже отправляют девушек из гарема? У султана закончились опытные бойцы? И куда ты ее определил? В темницу. Но долго она там не протянет. Шахкулу позаботится об этом. А, шпионка, которая пропала. Шпионка, которая пропала. Шпионку Диляру раскрыли и схватили византийцы. Теперь ее судьба неясна. Отыщите Диляру и спасите ее, пока еще не поздно. Не убивайте никого. Так, Эцио наверх посмотрел. А вот и на картинке нарисовано именно как выглядит. Тюрьма. Не убивайте никого. Хорошо. Ты кто? А, это черный рынок. Нет, не надо. Не со мне. Такая аккуратная Диляра была и тут спалилась. Просто замечательно. Когда мои солдаты смогут стрелять из этих ружей? Через пару недель. Сейчас янычары уже знают, что я предал их. Но есть ли у них возможность отомстить? Вряд ли. Сейчас все их внимание занимает война султана с Селимом. Что это еще за вонь? Простите, Мануил. Эти атаманские пленники очень хрупкие. Шахкула, умерь свою ярость. Я знаю, что султан обижал твой народ. Но это не повод унижать тех, кто ниже тебя. Ты бери женщину из тюрьмы и отведи ее в часовню. Шахкулу, у меня нет ключа. Найди. Где ключ? У тебя? Нет, у Николаса. Но он ушел на базар. Христе му, как же мне охота проткнуть его копьем. Пойдемте. Давай поспокойнее, ладно? Николаса этого найдем, у него ключ. Тут еще и базар есть. Интересная локация. Ёлы-пал, я аж испугался, что он делает чукариком камень. Так, мы прибыли. Давай, а, этот там отпочковался уже. Староват ли он для такого? Ну и ладно, мне-то что. Да уж, он проворный.
Сейчас найдем. А, вот он ходит. Любой ценой достать ключ. Так, все. О, тут есть данные анимуса. Погнали обратно. Ну вот. В тупик залез. Спалился. Ну, гады. Гады, гады. Надо же было так спалиться. Ай. Все, исчезли. Пойдемте. Подходите, добрые люди. Ну, пойдемте здесь тогда уже. А, во, мы пришли как раз сюда снова. Что тут происходит? Ну что делать? Так, там кто-нибудь есть? О, кошмар какой здесь, а? Очень хрупкие. Надо будет того тоже сделать хрупким. Что так долго? Уж как вышло. Великий Аллах, что это? В плен они брали не всех. Бедняги. Спаси вас, Аллах. Это сделал проклятый туркмен, Шах Кулу. Я убью его. Стой. Шах Кулу. Мы никого не убивали. Так, пойдемте Шах Кулу этого. На варежки пустим. Воу, что было сейчас? Как будто рвануло что-то. Ох. Он, наверное, пьян. Ага. Так, сюда. Доверьтесь мне, и я позабочусь. Нет, спасибо, доверяться вам не будем. Шах Кулу. Где этот? О, берем. Забрать надо. Да, смотрите, как круто. Вообще классно. Архитектура. Помощи от тебя немного. Я спасаю своих, а не завожу друзей. Это здесь. Эту броню пули не пробьют. Надо подобрать.
подобраться ближе. Янос, нужно помочь ему. Так, отступник. Шах Кулу истязает атаманских пленников до смерти. Убейте Шах Кулу, пока он не успел убить кого-нибудь еще. Янос не должен потерять более половины здоровья. Ёлы-палы, блин. Так, я думаю, сверху атаковать. Надо как-то наверх залезть. Но это единственный способ, чтобы поближе к нему подобраться. Так. Используем. Нельзя. Минус один. Быстро. Закончим это представление. Тем, кто убивает ради забавы, нет пощады. Так, кулаки. Давайте, нападайте. Давай нападай. Господи, я всего лишь жалкий пес. Я того не стою. Прошу вас, сударь, я не знал. Пресвятая Богородица, пощадите, господин. Сенчук Яшадидара. И ты можешь? Эвид. Эти винтовки, их нужно уничтожить. Они почти все и так сломаны. Но порох настоящий. Тут мы не могли обмануть. Беннер, держитесь в тени, пока не услышите взрывы. Тогда бегите. Взрывы? Ну тогда здесь будет сущий ад. Весь город охватит паника. Си, на это и расчет. А потом? А я найду Мануила Палеолога. Что ж, пообщаемся с Мануилом Палеологой. Блин, мне пришлось. Ярость не должен потерять более половины здоровья. Да, ну вас нафиг, ладно. Вроде старался. Мне пришлось забрать. Ой, не вышло. Что ты, черт возьми? Оружие. Ладно. Ну хоть живой. Для чего весь этот балаган? Кости и вино. Наверху, что ли? Наверху. Да что ж ты делаешь? Сигар!
сига! Это все-таки порох, а не мука. Да понял. Итак, списано в резерв. Оружие, отобранное у атаманов, находится под замком. Проникните на оружейный склад и уничтожьте запасы пороха. Для синхронизации полной надо не получить урон. Блин. Вряд ли получится, но попробуем. Довольно сложно здесь в некоторых случаях. Да я не знаю, как задрачивать игру надо, чтобы... Блин. Со 100% синхронизацией это проходить. Но попробуем. Это же фича ассасинов. Кто-то есть. Ладно, смотрим, что у нас есть. Арбалет возьму, наверное. И в этот раз пока что так. Давайте, убираем их. Все четверо? Все четверо. Замечательно. Не берется почему-то. Иногда нельзя, а вот можно. Лекарство, яд. Есть у нас яд. Заполнено. Корпус с запалом. Я бы, наверное, сейчас взял пистолет. Заморский наемник? Я тут боль кровь. Жесть. Опять. Я его еще не лутал. О. Мне бы пули. Пули одна. Ну и хорошо. Яд. Метательные ножи и еще одна пуля. Так, я беру вот эти, там стоят, по-моему, красненькие. Ловите его! Он там! Взять его! Ага. Замечательно, я вроде успел. Дамаг не получил. Так, он сейчас опасный. Ну, вроде ушел от... Нет, 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 все. Яд. Ага, 4. Есть. Махать начал. Может, сейчас зарубит того. Там двое их стояло, по-моему. Да он там рубанул его. Готов. Так. Взрывчатка найдена. А, теперь взорвать все это. Я. Признаки очевидны. Кто-нибудь? Никто-нибудь. Блин, из-за тебя потратил только дрозик. Быстрее! Он уходит! Ушел уже. Ни один дротик остался. И это мало. А, два. Три дротика. Замечательно. Готов, клиент. У
Хо-хо-хо, аккуратно. Смотрим. Так, у меня два этих. Ну, это зря. Это зря. Давай со следующим полом, говорю я. Интересно, сразу он наложит штаны или нет? Можешь уйти? Куда он делся? Блин, потратил только шумовую. Ну, это шумовая только. Как это, блин, неудобно тут все, а? Так, там еще, по-моему, стоят. Очень сложно. Давайте выманим. Пойдет кто-нибудь туда? Сволочи, не пошли. Тебе коня. Стоп. Не конец ни хрена подобного. Вот это прилипание камеры к цели, это просто катастрофа, она все крошит. Невозможно не развернуться, ничего не сделать. Да кто там кряхтит, хорош уже. Ёперный театр. Теряйте его из виду! Да. Гоним! Вон он! Хватай! Он уходит! А ты кто еще тут? Двое там. Хватит бегать. Твоя судьба решена. Их там двое. Да брось ты этот мусор. Да, они спалились. Их там еще двое. У меня три выстрела. Я думаю, они там с топорами. Быстро. Арбалетные болты. Вон там они. Может попробовать? Не один остался. Все. Готовы, клиенты. Так, а здесь что? А здесь ничего. Все, они окочурились. Так, ну больше никого вроде нет. Да, нету.
Отлично. Неужели мы прошли? Опять не берется. Вот смотрите, не берет и все. Он хочет их поднять только и все. Вот, теперь лутает. Мне пули нужны. Индийский порох. Яд тоже нужен. Болты, пули. Ну, хоть один. Так, смотрим, что здесь. А, все, прошли. Поднимаю. Кисто дьявола, Симвени! Саботаж, Мануи! Идите в укрытие! Брось с дороги! Граждане! Солдаты! Соберитесь! Не поддавайте страху! Мы истинные хозяева Константинополя! Это наша с вами земля! Мы византийцы! Смелее! Держитесь! Пусть ничто не сломит вашего! Дерьмо! Убить его! Сейчас же! Так, последний из палеологов. Мануил палеолог пытается успокоить своих людей среди хаоса взрывов. Отличная возможность убить его и забрать последний ключ Масиафа. Для полной синхронизации снова нельзя получать урон. С ума сошли, я еле-еле эту миссию выполнил. Ладно, попробуем. Погнали. Надо гнать его. Твой брат! Ага, подай его! Он уходит! Быстрее, парни! Как они хотят, чтобы я не без потери здоровья? Остановись и подумай! О жизни охотников тобой сегодня! И об анархии, что ты посеял! Переходите! Он уйдет! Использовал этих бедных и несчастных людей для достижения своих личных целей. Но мы сражаемся за правду, ассасин. Мы хотим вернуть мир этой земле. Тамплиеры любят говорить о мире, но не любят уступать власть. Потому что власть несет мир, кретин. Наоборот, не бывает. Эти люди погибнут без твердой руки, что направит их и укажет им на их место. Тебе конец. Готовься к смерти. Я должен был стать наследником Константина. У меня были планы. Твои мечты умрут с тобой, Мануил. Империя умерла. А, но так как я, думают, многие ассасин, весь наш орден живет одной мечтой. Атаманы, византийцы. А это ярлыки, костюмы и маски. Все тамплиеры, что носят их, принадлежат одной семье. Хватит болтать. Я пришел за ключом Масиафа. Забирай. Забирай. Найди свое сокровище. Посмотрим, сможешь ли ты дойти до библиотеки без греческого клинка в спине. Мануил, последний из палеологов. Не стоило ставить его во главе экспедиции в Масиаф. Он был слишком надменным и своевольным. Я разочарован, Ахмед. Ты тамплиер? Да, ибо я устал от кровавых войн, что сталкивают отца с сыном, а брата с братом.
Мир возможен лишь тогда, когда люди станут единым целым, под властью высшего разума. Тайны великого храма приведут нас к цели, а Альтаир укажет путь. Вряд ли. Секреты Альтаира не для вас. Я не собираюсь спорить, Эцио. Мне нужны ключи Масиафа. Ключи? Что, этот не последний? Вроде бы нет. Но стоит спросить того, кто знает лучше. София Сартор. Так ее зовут? Она не знает. Не тронь ее! Посмотрим. Тронешь ее, я убью тебя! Ну, попробуй. Ух. Не потеряйте больше половины своего здоровья. Не забывать хилиться. Тамплиеры, которых теперь возглавляет принц Ахмед, угрожают убить Софию, если Эцио не отдаст ключи Масиафа. Покиньте Каппадокию и скорее возвращайтесь в Константинополь. Надо бежать. Надо бежать. Давай! Ты не уйдешь! Дурачки. Тут просто пожарище. Но мы побежим за населением, они, по-моему, знают. Куда бежать? Сваливать. И быстро! Ё-моё. Тут просто жесть какая-то. Тут вообще темно, ничего не видно. Дыму все. Надо бежать. Я не знаю, куда бегу. Да зачем ты делаешь? Туда беги. Прибежали. Закончим на этом серию. Сейчас будут воспоминания Альтаира. Ну, как я и говорил, я их хочу записать отдельными сериями. Увидимся в следующей серии. Она будет сразу после этой.